чувства, конечно, смешанные. Прежде всего, хочется поблагодарить персонал этого замечательного дома малютки за ту заботу, за ту теплоту, за те праздники, которые они организовывают. А еще хочется обратиться к родителям тех детей, которые здесь находятся. Ну, на самом деле, дети ждут вас. Они вот в каждом входящем сюда смотрят, ищут родителей, ищут папу, ищут маму. Просто приходите, забирайте своих детей, потому что это самое главное. А так, праздник, он, конечно, волшебный. И просто просьба всем костромичам, у кого, кому не безразлично, при возможности приезжайте сюда и помогайте этому замечательному коллективу воспитывать замечательных детей. Дядя! Держи. Дядя, да, дядя. Имеем вам сказать.